Здравствуйте. Как добавить файл PDF на сайт Joomla? Переходим в материалы, медиа менеджер. Загружаем в папку Images наши файлы PDF. Я зажимаю Ctrl и загружаю сразу два. Так, есть, наши файлы загрузились. Иду в материалы, создаю свой материал или ставлю туда, куда нужно мне. Лунный календарь садовода-огородника на 2016 год. У меня есть вот такие вот картинки, я их сделала. Я хочу, чтобы при клике на картинку в новом окне открывался файл PDF. Выделяю картинку. Ставлю ссылку /images/ и наше название файла. Копирую. Доставляю .pdf в новом окне. Сохранить. Перехожу на сайт, проверим. Вот открылся наш PDF-файл. Вот, все очень просто. Всем спасибо за просмотр, успехов. Всего вам доброго. Пока.